Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт в стиле детского рисунка. Сам торт бисквитный. Диаметр его 16 сантиметров. Выпекала 2 коржа по 5 яиц. Бисквиты я всегда выпекаю масляные. Они получаются не такие пышные, как классический бисквит. Масляный бисквит более влажный и приземистый. Ссылку на видеорецепт оставлю в описании. В прослойке крем заварной масляный, персик и ананас. Украшать будем белково-заварным кремом. Ссылки на эти видеорецепты также оставлю в описании под роликом. Сам торт сделаем нежно-голубого цвета. Крем окрашиваем в нужные нам цвета. Рисовать будем на торте полевые цветы. Друзья, на нашем канале проходит розыгрыш набора сухих красителей-распылителей. Ссылку на видео с условиями розыгрыша также оставлю в описании под роликом и в подсказках вверху справа.
Травку сделаем необычным способом. Отсадим шарики из крема трех цветов – черный, салатовый и темно-зеленый. Сверху торта сделаем веточки. Насадкой листик отсадим листья. Вот такими насадками сделаем произвольные цветы сверху торта. В середину этих цветов добавим посыпку. Торт получился 2 килограмма 800 грамм. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Осталось примерно 1/5 часть. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!